Это Guten Tag? Всем доброе утро, подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи Вескер. Эй, вебка не там, а тут. Я решил ее сюда поставить наверх, сау, как говорится, у нас поэкспериментируем, посмотреть, как реагирует на положение вебки. Тем более, что я ее выключаю на основное прохождение, так что я думаю, это не особо страшно. Надеюсь, вам понравится сегодняшний эпизод. Лайк, комментарий, подписка на канал, Discord, ВК, Дэйд Арт, ссылочки в описании. Про телегу тоже не забываем. Тем более мы хотим, чтобы она развивалась в условиях того, что остальные соцсети рано или поздно, скорее всего, могут закрыться. А Телеграм не закроется никогда, как мы уже выяснили. На практике, на опыте и так далее. Что ж, ну а сегодня мы с вами продолжаем. И сегодня идем уже по сюжету, потому что в прошлый раз Лара неплохо поохотилась, так сказать, понедельничный охотничий выпуск. Ну а сегодня вторник, 6 декабря. Значит, что? Правильно, пора уже получать посюжетный оружие. Все, отправляемся в красивую графику с сюжетом, над которым хочется смеяться. Ну и заодно посмотрим на Китишград. Погнали. Так, реально, погнали. Где остановились, там и сохранились. Красота. Красота, да и только лепота. Давай уже, Китишград, показывайся. У меня еще квота на экскурсии здесь стоит. Хорошая. Нет, ну а что? Походить, посмотреть. Плюс тут мы начали изучать монголо-татарское иго. Добываем много чего полезного. Так что, глядишь, такими темпами понемножечко, полегонечко что-нибудь произведем. Ну, учитывая, что у нас только лук и нет, я, конечно, в прошлый раз говорил, что да, в принципе нормально, что она в России без пистолета, как бы регистрация надо, всякое прочее. Тем более по стране-то ходить с оружием без особого разрешения нельзя. Она идет там в экспедицию, зачем ей там оружие, разве что от волков, но опять же это лучше винтовка, чем пистолет. Как бы да и как бы нет одновременно. Так что... Ну хотя учитывая, что она знает, что за ней гонится троица, я удивляюсь, почему она до сих пор... Ну, хотя, в принципе, если, как я говорил в прошлый раз, туда входят именно ведущие ветки христианства, это православный католицизм и протестанство, а в принципе, это объяснимо, почему ей никто не выдал лицензию на оружие именно в России, в Сибири. Кстати, а может быть, сейчас Кейт Уокер заодно встретим по дороге? Ну, кто знает? Вот, Лара уже одет, как Кейт Уокер. Остался еще Кейт Уокер встретить одетую, как Лара Крофт. И вообще шикарно. Радиомины. Эти мины можно смастерить из вражеских радиоприемников. Они привлекают несколько врагов и взрываются при нажатии. Рывок. Нажмите LS, чтобы ускориться. Подождите, LS? А, то есть это ускорение, надо запомнить. Оглушение. Стрелять по ногам незащищенных противников, чтобы временно обездвижить их и получить возможность добивания. А, вот это, кстати, слушайте, а вот это впервые хоть... Ну, если не брать в расчет Dishonored, вот здесь прямо реально хорошие советы. Ну, все равно пока идет прогрузка, так хоть советы хорошие дает. Уже хорошо. Отлично. Ну что, идемте на красный свет. А, подождите. Ничего нету. Потому что, смотрите, мы же... Да, мы не можем пока сделать там какие-нибудь бомбы, мы не можем сделать, но хотя бы все остальное. Так, ну вот это я не беру. Я не буду менять костюмы принципиально, потому что вот в чем упало, то и берем. Я считаю так. Это будет, по мне, более правильно и справедливо. Нас с вами... А, подождите. Что-то я бегу. Я же не помню, что я прокачал вчера. Серьезно, я не помню. Потому что я записывал же ночью.
стараюсь как-то по эпизоду в день записывать, чтобы, в принципе, нормально, спокойно все усваивалось. Навыки. Да, вот эти я прокачал. Способна ученица, аварийные тайники. И внимательность, объекты испытания. По прыжкам... Да, вот и по... Атака с уклонением. То есть, смотрите, атака с уклонением, внимательность. В общем, все стандартное, хорошо. Все, помнили, сориентировались. Прекрасно. Может, сейчас еще, кстати, похуй. Да, пирожет. Нет, конечно, не буду. Сейчас уже вышел. Вот это, конечно, зарево. Зарево смачное. Ничего не скажу. Меня немножко удивляет, что... Давай, Лара. Давай, давай, есть! А-а-а! О! Серьезно, только палка? Так, ну еще перо. Ну вот еще там перо. Древко, спусковая. Ну, вон там я тоже все забирал. Я просто сейчас задумался, что можно было бы здесь. Что? Где? На, ладно, не буду отвлекаться. Так. О, пришли. Лара, я в том месте вот это все вырубил бы. Глубокий снег. Снег замедляет вас и не дает выполнить некоторые действия. Слушайте, такое зарево. Реально, вот подбешивать немножко. Кстати, а что у нас здесь за задание есть? Испытание. Но испытания я пока никакого еще не вижу. Может, я, конечно, его и не увидел. Но я вроде все пока вот так вот посмотрел. Вроде чего сбоку пока не наблюдаю. Но если что, сюда может будет вернуться, так что испытание можно будет сделать. Лара, ты можешь встать? Это Гутен Таг? Бегом! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Плохой мишка! Вот это можно зафиксировать? А, я же записываю так, без вебки, так что... я смогу выжить. Бегом! Давай, Ларыч! Кыш! Кыш! Я тебя сейчас разублю, ты гребаная махина! Вот, держи, 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 держи! Лара! Иди сюда! Ты гребаный черный медведь! Держись! Так, если он сейчас спрыгнет... Что? Слабо? Гребаный медведь. Зато теперь знаю, где его искать. О, Ричард Крофт. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Зачем? Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да. Величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. На Ходорковского похож. Я могу тобой гордиться. Как у молодого. Сейчас, милая, мне ответить надо. Ну, реально, что похож на молодого Ходорковского из нулевых. Неплохая отсылочка, кстати. Реально. Надо
перевязать. Ну, давайте перевяжем. Лекарственные средства, целебные припарки, панацеи, травы. О, красота. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Сейчас все сделаем. Надо само потом к этому идти обратно. Так. Заброшенный комплекс времен холодной войны. Какого черта тут делает троица? Отдыхает. Сойдет. Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Да, надо миновать, ничего не поделаешь. О! Лара Советыч! Вот так возьмем, а потом на фоне медведя где-то сбоку поставлю. Шикарно будет. Или вот так даже. О. Красота, Лара, спасибо, прямо вот хороший кадр. Ладно, идемте к медведю. Нет, ну а что я тут сделаю? Надо к медведю идти в гости. Так, стоп. Мне как бы туда и туда, но... Почему-то мне кажется, что здесь что-то есть. Помните Сирию? Я помню Сирию. Я помню Сирию. Я там забыл один артефакт, не увидел его. И вот теперь ищи-сыщи его 100 лет. Так. А, я упал с той стороны. А это другая дорога, да? Ладно, идемте к восьми, к медведю. Ну что, как раз хороший денек. Кс-кс-кс-кс. Так. Пусть будет запасец. Это грибы. Это бледные поганки. Из них можно сделать яд. Серьезно? Нет, я понимаю все, Лара, но все же. До улучшения соберите еще... лучший план. Соберите еще немного ядовитых грибов. Нет, я не спорю... В войне все сердца средства хороши. Согласен, но... Неужто тебе хочется вот так вот крысятничать? Он как бы тебя не травил. Так. Че вот здесь что-то есть? Ага. Так. Заметьте, причем... Если документы пока... Этот... Да вы серьезно? В той самой пещере, да? Ой, я там же был уже. Я же там сидел. Я даже заходил и все добывал. Ну все, медведю каюк. Я был... Вот почему он... Вот почему он на меня среагировал. Он потому что знает, что это я заходил и облутал его дом. Вот он и бесится жиру. Утиль. Ай-яй-яй-яй! Лара, серьезно. Не успел даже дочитать. Так. Я бы спустился бы вот здесь бы. Так я и сделаю. Не дает. Держись.
Раз играет звонкая музыка, значит он уже здесь. Давайте, как говорится, нам нужны бледные покалки. Это уже ясно. Проблема в том, что у меня нет ядовитых. Больше, как говорится, о, ягоды. Давайте похожу, пособираю. Может быть, где-то еще растут? Нет, ну а что, мало ли. Появились одни, появились другие. Мест полно. Главное, чтобы он не был в других пещерах. Это самое главное. Все остальное это так наживное. Внизу нету. Серьезно, вот тратить стрелу до того, чтобы достать вот... А, у меня еще и полно всего уже. Так, ладно. Это, конечно, не очень хороший вариант, но... Нет, ну, раз этих перьев у меня так полно... Я не думаю, что у нас будет такой большой запас прочности. О! А, эту я знаю. Там подрывать динамитом. Здесь отрывать динамитом. Еще не крюком. Но неужели вот нигде больше поганка не растет? Вот так я и поверил. Огромная Сибирь. Лекарственных растений полно. Но при этом ни одной поганки, да? Ну да, ну да, ну да. Вот. Для улучшения стрелы найдите тряпку. Давайте заглянем, может мы сможем сейчас сделать. Но я могу сделать бесшумные стрелы. Сколько получится. Бесшумный тоже понадобится. Вот, так, как бы между ними переключаться, только вот я не знаю. Зайца вижу, да черт бы с ним был бы. Черт бы с зайцем, мне бы понять бы, где еще поганку бы найти хорошую. О. Что-то новенькое. Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Сейчас-то вернемся, попробуем. У меня вопрос, откуда это здесь взялось, если я в прошлый раз обшарил здесь каждый сантиметр? Вот знаете, ребят, вот помните вчера, мы как здесь охотились? По каждому сантиметру бегали, где включал вот этот поисковый запросный режим. Ничего не валялось. Ну ладно, может быть, и растение Лара не знала и не хотела брать. Допустим, но коробку-то... Ну, вот серьезно, это как-то странно. Отравленные стрелы. Стрелы, которые при попадании выпускают облако смертоносного яда. С навыком стрелы с ядовитым газом стрелы получаются улучшенными. Давайте по максимуму. Красота. Подождите, я всего две могу сделать? Вы издеваетесь. Еще какое-то улучшение доступно. Обмотанная рукоять.
Обмотанная рукоять упрощает пользование луком и ускоряет натягивание тетивы. Это было бы полезно сейчас, кстати. А обернутая рукоятка из-за ткани. Обернутая рукоятка легче удерживать двумя руками при нанесении ударов, которые могут повергнуть даже бронированных противников. Медведь считается бронированные противника? Хотя я лучше, наверное, все-таки возьмусь вот за лук. Как ни крути, полезнее будет. Сколько? На 40% уже прокачано. Ой, красота. Надо отдохнуть. Серьезно? Холодно. Нет, я, конечно, я все понимаю, Лара. Ты не боишься, что... Яд... Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Реально похож. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой. Воспоминания. Не уйду! Армия Китежграда? Беги же! Ну! Сдаешься и умираете вместе, или же... Уходишь, и он умирает один. Идиоты, могли бы шантажировать, вот серьезно. Этот, вот этот... Да, так я и поверил, что вы вот русский, вот реально. Я прекрасно знаю, что у вас совершенно другой диалект. О, ну все, Лару нашли, красота. Спасибо, что принес пистолет. А винтовку мог бы захватить тоже? Серьезно? Вот вы тут стреляете во все округе, думаете, она бы не проснулась бы? Всем отрядам доложить обстановку, прием. Мы нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием. Связь все еще не важная, так что держитесь вместе. Надо их найти, пока они не устроили новый набег. Я не мог бы не дослушать до конца, понимаете? Так. В центре мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача найти пропавший разведан. Красота. Бесшумное убийство. Обыскать трупы. И надо еще найти одного товарища. Как мне новичком? О. Как мне вниз сесть? А, РБ. Да! Зачем? Так. Я могу сделать еще... Черт, я зазря потратил одну стрелу. Теперь у меня на медведе только одна стрела осталась. Заточенное лезвие. Время взлома. Ладно, беру. Беру всего понемногу. Так, а по навыкам... Ну, коль уж теперь нам нужно... Спецбоец. Пора. Убийца-эксперт.
Продлено время для проведения атаки с уклонением и повышает количество опыта, получаемого в случае успешного... Беру. Я хотел сначала убиться эксперт, чтобы обыскивать автоматом, но... Зачем? Тогда можно опытный дуэлянт сделать. Как мне только вот присесть бы кто-нибудь сказал бы. Я реально не знаю. Лара, ты потушила бы источник света? Так, это понял. Всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Они еще где-то там. Вон там! Следи за кустами, она может быть где угодно. Кто она? А, ну да, там же девушка уже. Да, прям везет. Начало хорошее у нас с вами. Ну. Хватай и беги. Спасибо. Так, а этого я никак не, да, не изучу. Так. Кто там? Что это было? Это называется смерть, Лавин. Есть еще желающие! У меня на всех хватит! Кончилось? Давай. Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Возможно, помехи при передаче. Спасибо. Главное, чтобы мне никто не мешал. Мне как бы нужно пройти мимо медведя, но я так смотрю. Мне и без медведя здесь хорошо. Стоп, где? Что это было? Да ты как подушечка! Где? Черт, зараза! Давай, Лара! Черт, со всех сторон шмалят! Я тоже попал, как видишь! Черт, молодцы ребята, умеют стрелять, уважение! Мой респект. Где начнем? Ой, надеюсь, что с момента лагеря, когда я начал только охоту. Просто их здесь реально много, а здесь как бы их лучше удушать. Кстати, а учитывается, что я выполнил задание? Или не учитывается? Так, испытание считается выполненным, да? Хоть испытание считается выполненным, но прокачаться я не могу, естественно.
ни того, ни другого, ни третьего сделать тоже не могу. Но вы издеваетесь. Ладно, давайте пробираться сквозь эту толпу. Как получится. Ай, черт. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Так, в голову хоть что-то работает. Все. Надо запомнить, что в голову хоть что-то работает. Давайте сейчас пройдемся пока по периметру. Хочу изучить здесь всю местность. Я вижу древку, но... Так. Вижу одного. Черт, они тут не одни ходят. Мне вот это очень не нравится, что они тут не одни ходят по парам. Хотя это, с другой стороны, правильно. С точки зрения тактики и стратегии, это вполне хорошо и разумно. Не могу их за это винить. Да зараза! Одного прибил. Зараза! Да ты издеваешься! Да сколько тебе дури! Лард, хоть возьми у них пушки, что ли? Это реально, она пушки, кстати, у них даже не берет, что меня бесит. Давай, залезай-ка повыше. Я вижу одного там. Я знаю, что еще как минимум два там наверху. Можно попытаться сейчас хедшот сделать хороший издалека. Голову бесшумно убийство. Спасибо. Я знаю, один там наверх, два наверху, как минимум. Их так не заберешь просто. Так. Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у развала. Затем они отступили от штаба. Скоординированный ложный маневр.
растягивает наши силы. Разведка обосралась по полной. Какие это не крестьяне. Это партизанцы. Они сразу пошли обрезать нам связь, как только мы поняли. Круче, Константину это не понравится. Но все лучше, чем нас по одному валить будут. Вы не понимаете, что вас и так по одному валят, парни? Лара Вескер Индосес Инкорпорейтед. Валим всех по одному. Вот один вот уже ушел. А те двое сидят вместе. Я бы сейчас в лагерь бы сейчас... Дайте, кстати, лагерь реально вернусь. Мне вот интересно, куда эта девица убежала? Я бы с ней скооперировался бы. Но пока что давайте сейчас... Так, поеду у меня что? Грибов. То есть не хватает? А, там три надо. Гриба, извиняюсь, ясно. Сумка для пистолетных патронов. Больше пистолетных патронов. Для винтовочных. Я не знаю, что будет первое у меня, но пусть будет пистолетное. Пусть лучше так, чем никак. Так, а тут у нас, в принципе, все нормально. Все, погнали. То у нас сегодня медведь намечался, то намечаются теперь партизаны недоделанные. То вообще гребаная троица. Вы определитесь, пожалуйста, кто, кого мне нужно ловить. То я реально не понимать. Дед Мороз. Он не один ходит, я знаю. Зараза, уклонился? Уклонился. Спокойно. Неплохо. В общем, мы выпол... Так, что у нас здесь, кстати, по заданиям? Несобранные ящики. Ну... Вот это, я полагаю, есть несгораемый ящик один. И здесь же две реликвии. Но я знаю, где эти реликвии лежат, поэтому все, в принципе, пока идет по плану у нас. Ну-ка. Это не лунный свет, это с высоты откуда-то идет. Я, конечно, что-то не понимаю. Ладно, давайте сейчас устроим небольшую охоту. Я скажу, проверю. Сейчас вернусь. Давай, иди проверяй. Эпоков. Ты последний, я это знаю. Последнее слово. Ух ты, ушла. Да зараза-то.
Вот и настрелялся. Нострадамус, видать, стреляный. Вот что значит опытный, бессмертный и воскрешаемый. Кстати, это и есть, получается, вот этот самый документ, да, оставшийся? Давайте изучим. Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты. А Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль. Гениально. Я даже вот это прям... Где-то это слышал. Это, это на Яматай, по-моему, такое же было. Вот реально, я тоже точно такую же фигню слышал на Яматай. Удивительно прям. О. Прицел, бросок. Подождите. А я могу использовать, скажем, для того, чтобы взрыв... О. Ну, молодец, Лара. Обязательно было бросать ее сюда. Ну ладно, есть хотя бы канистра, уже хорошо. А есть еще просто, я не хочу бросать лишний раз канистру. А куда мне вообще идти, кстати, сейчас? А, мне к медведю. Ну, давайте я захвачу медведю подарочек. А то идти к медведю без подарка, это не по мне. Подними! Лара, подними гребаную канистру! О. Так. Черт, он еще тут. А что ты хотела? Как мне переключиться между стрелами? РБ и РТ. Триггер — это стрелять, скорее всего, обыкновенными, вот этими. А РБ — это когда упускаешь именно эту. А, вот так увеличивается. Yes. О! Я древку еще возьму. Я сейчас его одолею, но потом. Я в лагерь сбегаю. Я сомневаюсь, что мне хватит двух стрел. Я знаю, он тут отдыхает. И все же. Я лучше схожу, сделаю еще. Мне несложно сделать еще одну стрелу. Давай, Лара. А, я же ей бесшумную, если не прикачал же. А вы просто поаккуратнее в следующий раз по использованию этих ядовитых стрел. По-моему, даже себя отравил. Ну вот, как раз хватает. Все, мне хватает на то, и на другое, на третье. Прекрасно. Ну, я могу держать... Вот почему, кстати, могу держать просвет только максимум 2 ядовитые стрелы? Я, конечно, я понимаю, что там колчан нужен и все такое и прочие финтифлюшки, но все же. Она вот тащит при себе 25 полноценных стрел.
Но у меня почему-то место только по две ядовитые. Мне кажется, это какой-то существенный дисбаланс. И что мне делать, кстати, вот, кстати, опять же, источниками энергии? Канистру возьми! Я взял ее для того, чтобы ты в медведя пуляла. Так. Сгодится. Давайте я... Я редко это обычно делаю, но чтобы мне не бегать за медведем, давайте я здесь сохранюсь. Так, где у нас это сибирское глушь? О. Я обычно редко себе такое позволяю. Где мой любимый товарищ? Ой-ой-ой. Колчан. Припасы. Можно его как-то призвать? Мишка! Влезай! Лара пришла. Грибы. Это понятно, что там арена. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ха! Ох ты, зараза! Ну все, Лара, ядовитый газ! Одним ударом! Что, нравится? Выиграла время. А ну вернись! А ну выходи, подлый трус! Ой-о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 й
Ну и где ты? То есть он сам тоже не хочет, да? А, у меня еще две стрелы есть, да? А кто, почему молчим? А, у меня дерева нету. Товарищ медведь! Так, все, бежим! Есть, отлично! Ох ты, зараза! Ну все! А у меня есть это, у меня есть это! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, у меня тут, я в домике, я в домике, я в домике! Да ладно!
Эй, ты куда? Трусливая зараза. А ну иди сюда! Черт, у меня дерева нету. У меня есть только ядовитое. Как мне его убить? Получается, мне только его отравлять. И остается. Просто у меня ни ресурсов, ни растений, ни черта нету. Может, конечно, сейчас загрузиться с сохранения, как вариант. Просто чтобы время не тратить. Учитывая, что нам не дают дополнительных ресурсов, да, давайте так и сделаем. Так, хорошо, что... Так. Так. Главное меню давайте тогда... Нет, просто реально, я хочу прибить его за этот эпизод. Тем более мы сохранились, у нас все есть. Мы все произвели. Надо все это сделать, давайте. Сейчас загружимся и войдем вот в этот конкретный эпизод. Потому что, смотрите, от медведя мы сначала неплохо побегали. Потом еще посмотрели хорошую катсценку. Да при этом еще и вдобавок нам... Так. Вот. Вот сюда нам. Ну, мы реально много чего сделали. Я не хочу упускать такую возможность. Отказываться от битвы с медведем? Не-не-не. Нет. Музыка какая хорошая. По монгольской тропе. Нашла пещеру, которую охранял злобный медведь. Но внутри видны развалины со следами проходившей здесь монгольской армии. Вполне существующей соответствующей легенде о затерянном городе. Цель близко. Надо пробраться внутрь. Почему этот медведь просто не пропускает туда экскурсию? Деньги бы имел бы, мясо все покупал бы спокойно. Вообще, почему он не спит? Зима. А, ну, не спит, потому что Китежград рядом. Ну ладно, допустим. Но все равно же зима. Сибирь. Как ни крути, это таежные леса. Так, проверка. Так. У меня не хватает древка. У меня не хватает ни черта. И мне нужно идти в пасть к медведю. Ой. Скажи я это кому-нибудь другому в другое время, никто бы не поверил бы мне, наверное. Но это говорю я сейчас, нынешний. Придется его выманивать и производить все на местах. Спокойно. Спокойно, солнышко. Мне остается только его отравливать и кромсать. Это единственное, что мне доступно. Я просто не вижу, где мне еще бы что-то добыть-то. Вот я вижу опять же ящик. Вот еще пару стрел. Ну, плюс 4, ладно. 12 стрел у нас, плюс 2 ядовитые. Ну и что я с этим сделаю? Толку 0. Давайте сразу же здесь сохранимся. По-хорошему его надо выманивать. По-хорошему. Мы же прекрасно знаем, что такое выманивание. Ладно, давайте пока потренируемся. Это нужно для того, чтобы... Вот видите, я даже попасть по ним не могу. Лара, ты можешь залезть?
Видите, причем лучше я тут пока побегаю. Он сам там внизу сидит. Отдыхает, наверное, не знаю, там какого-нибудь имбецила смотрит по телеку. Их же много. А я тут пока потренируюсь. Он не возражает даже. Мне, кстати, нравится, как они передали всю русскую слякоть. Реально. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Великий газ парализует. Выиграла время. Есть! Давай, 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 давай! Ну давай, иди ко мне! А, удивлен! У меня хватит еще! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Есть! Что? Получилось? Ха-ха! Ты что, что мертв? Медвежья шкура. Пригодится для изготовления улучшения стрижения пошива костюмов. Лара! Лара. Подарочный набор. Подарочные наборы выдаются за продвижение по сюжету. Можно открыть на рынке. Не знаю, что за на рынке, но давайте теперь я разобраться с этой заразой. Целый час! Давайте вернемся теперь в лагерь. Я не могу. Ты все? Только одна шкура и реально и все. Ладно, давайте я внутрь зайду. Может там медвежата? Нет, ну что, как ни крути. Все равно проходить сюда надо. О. Может что еще полезное найду. Во. О, древко. Давай, 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 это мы знаем. Деталь для пистолета полуавтомата. Был бы у меня еще этот пистолет, оружейные детали. Взламывайте сейфы, чтобы найти оружейные детали и инструменты для улучшения. Соберите все части в базовом лагере. Спасибо. А можно мне сам... О, следующее. О, документ. Беглец пересек пределы Империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ Ордена был четким — преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах Земли и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад, а он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков Империи, но здесь, вдали от Родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. А пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Ну, полиглот. Учились бы. Так, ну, эту дверку мы откроем потом. Я надеюсь, что когда я сохранюсь в лагере, медведь не возродится здесь. Потому что у меня нет. Нет, я его убил, все, он не должен здесь возрождаться больше. Или подождите, или я могу технически туда пройти, и там должен быть лагерь базовый. Нет, текущий, это доступ к текущей задаче. Так, а я все здесь собрал? Ну, если не брать вообще дух религии, который находится в закрытой пещере, в целом я собрал все, что мог. Ну, это хорошо. Ладно, давайте вернемся в лагерь. У нас как раз с вами целый час мы записываем. Вот это дела. Я обрезать ничего не буду. Лара, давай. Так, бежим в лагерь. Отметим победу. Все-таки как ни крути, медведя прибили.
Вот попробуйте в реальности также по снегу попрыгать, я посмотрю на вас. А почему я снимал стрелы, не могу снять? Стрелы нормальные же. Ну хотя бы древко. Если аккуратно вытащить, то да, обломается, конечно, кончик, но у нас же материалов на все хватит. Так, давайте посмотрим, что у нас при... Стрелы нет. Вот у нас есть медвежья шкура, экипировка. Охотничий колчан можно сделать. Этого шикарно было бы. Это походный колчан. Вещь-мешок. Смысла нет. Пантранштаг оружейный. Подождите. Вот только не говорите, что он там воскреснет. Если он воскреснет, это беда для меня лютая. Мне, конечно, колчан в любом случае надо бы сделать. Но для этого мне нужна древко и, опять же, ткань. Чего нету и так. Потому что я трачу все подряд. По оружейке, я так полагаю, ситуация не лучше. По-моему, где-то еще шкура была нужна. Хотя, может быть, я и не прав. Все может быть. Ладно, ребят. Давайте тогда на этом с вами мы на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Так, где-то у меня эта кнопка... Так, раз, два, три, четыре, пять. Ага, вот она, извиняюсь. Выключаю, просто чтобы лучше было видно, а то светит глаза, а потом не видно. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция, прохождение. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Мисс Крот, спасибо большое, что сегодня с нами были. Прибили медведя, постреляли в людишек. Помогли... Кажется, в теории одну избежать, но я не уверен до конца. Что ж, всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся на Rise of the Tomb Raider, она же Восхождение Усыпальницы Гробниц или Восстание, в зависимости от того, что вам больше нравится. С вами был Васкер, до скорой встречи, всем пока, увидимся.